преддверии проведения досрочных выборов президента весь личный состав органов внутренних дел Чуйской области с 8 января перешел на усиленный режим несения службы. На территории Чуйской области будут задействованы более 1700 сотрудников органов внутренних дел, из которых уже более 800 сотрудников задействованы по охране избирательного оборудования и бюллетеней на избирательных участках. Кроме того, в ходе проведения досрочных выборов и референдума на территории Чуйской области также будут задействованы более 1800 добровольных народных дружин. Всему личному составу органов внутренних дел Чуйской области были поставлены задачи по охране общественного порядка в период проведения выборов на территории Чуйской области и вежливому отношению к каждому гражданину.